Всем привет, дорогие друзья! С вами KingGameFox. Мы продолжаем прохождение игры Skyrim. Ну что ж, вне серии. Я переместился вот в поместье. Вот, пруд светлячков. Это модификация. Так, погоди. О. Закончили мы прошлую серию... Где-то вот здесь, да. Ферма. По этой ферме мы закончили. Вне серии я переместился вот в наш домик. Ну что, в этой серии я предлагаю, прежде чем отправиться в Солстейм, мы заглянем в Маркрафт. Так, мы путешествуем с нашей Сабриной. Она из Вайтрана, кто не знает. Проходим мы. Так, сейчас я вам покажу. На легенде. Вот. Ну что ж. Вот тут... У меня тут есть небольшая коллекция. Давайте я вам покажу. Мало ли кто не видел. Тут у нас... Сет. Охранника. То есть, ну как... Братьев Бури, короче. Здесь сет вора. Так, здесь костюм драконий чешуи, что ли, или как? Здесь нордские доспехи, стеклянные доспехи, тяжелые. Это все тяжелые, как бы. Так вот это легкое. Так, здесь что? А, здесь еще вот такая вот броня. Тоже братьев Бури, начальника. И имперская. Такая вот тяжелая. Шлем, к сожалению, не показывает. Потому что у меня тут какой-то баг с этими шлемами. Вот тут. На самом деле здесь шлем есть, но он не отображается. И если я одену такой же шлем, то у меня волосы пропадут. Так что вот такой вот небольшой баг имеется. Закрытые шлемы мне носить нельзя, только открытые. Кстати, говорил я, не говорил, в прошлой... серии, короче, я ношу эбонитовый сейчас шлем, потому что так-то броня-то у нас сейчас доэдрическая, но если я одену доэдрическую, то будет херовый у меня видок, а вот с эбонитовым нормально. Вот так вот мы выглядим, наша Ольга. Я сыграю свою роль. Хоп. Так, давайте-ка соберем тут наш урожай. Тут у нас есть палисадник. Наш собственный огород. Также есть наша собственная кузница. Давайте соберем. Ой. Тут мне тут понасажал тут такого. Сейчас быстренько соберем и телепортируемся в Маркрафт. Потому что в прошлой серии, по-моему, мы достали статуэтку Дибеллы для кого-то. А ее надо отдать кому-то в Маркрафте. Вот сейчас мы туда и отправимся. И заодно выполним еще там пару квестов. И вот тогда со спокойной душой, чтоб нас ничего не перегружало, мы двинемся в Солстейм. Вот такой вот еще есть теплица. Такая вот теплица здесь стоит. Так, так. Ух.
Сколько всего, а? Красота. Ладно, набрали урожай. Все. Можно сваливать. Перемещаемся в Маркрафт. Вот тут у нас квесты. Совершить карманную кражу. Нам нужно украсть безупречный бриллиант. Какой-то омлах. Чё за чел? Я без понятия. Так, и поговорить с Консельма. Ой. И поговорим с Консельмо. Так. Переместиться. Вот мы в Маркрафте. Так, погоди. Тут у меня на компасе уже что-то отмечено. А, наверное, вот у него нам нужно украсть, наверное. Да? Да. Ну-ка, давайте-ка зайдем. Надо украсть. Так, куда это он? А, он к себе в комнатку пошел. Блин. Придется взламывать. Так. Спешить не будем. А, давай часик подождем. Вот так вот. Пускай все. Так. Отлично. Автосохранение. Вовремя. Так, давай. Взламываем. Оп. Так, тихо, тихо. Нас кто-то видит. У нас есть зелье карманных краж? Микстура меткости. Яд паралича, зачарование, меткости. Нет, к сожалению, нету. Ну ладно. Вот он, безупречный бриллиант. Оп. Как эта рука попала ко мне в карман? Да легко. Загрузить. Ага. Попытка номер 2. Так, спокойно. Может, нам живот мешает? А что, если мы что-нибудь перекусим? А то вдруг у нас живот журчит, и поэтому мы не можем украсть. Вот теперь, наверное, сможем. Оп! Даш... Блин. Херово. Тоже так сложно-то. Оп. Грязный карманник. Да ты заколебал. Загрузить.
Оп. Ах ты, варь. Да. Это, оказывается, будет не так уж и просто. Блин. У меня же вроде карманной кражи хорошо. А, блядь. Я вспомнил, дорогие друзья. У меня же есть ожерелье. Я совсем забыл. Вот. Вот что нам надо было одеть. Твою мать. Извините, тупанул. Сейчас все будет хорошо. Вот теперь... Ах ты. Блин. Что ж ты будешь делать? Даже ожерелье не помогает. Что за беспредел? Так, ну-ка. Одеваем ожерелье. Но если с ожерельем не получается, это уже... Это уже нечто. Так, у нас карманная кража-то... До какого уровня-то прокачано? Вот, 66-й. Так-то неплохо. Оп. Как эта рука попала ко мне? Я не пойму. Короче, дорогие друзья, я пока сделаю паузу. Тут какая-то хрень получается. Вообще, беспредел. Ладно. Сейчас, будем пробовать. Так, давайте попробуем еще раз. Тут ходит... До хера народу ходит. Может, из-за этого меня... Не получается. Ну-ка. Давайте-ка за собой дверь вот так вот закроем. Теперь должно получиться. Есть! Карманные кражи, 67 уровень. Есть. Доставить украденное ожерелье Делвину. Хорошо, все, наконец-то. Ходим нахер. Здесь уже задержались. Так, кстати. А, тут же должен быть чел, который нас может прокачать. В муравейнике нечего делать таким, как ты. Что тебе нужно? А, научи-ка меня скрытности, дружок. Больше мне нечему тебя учить. Да? Ну ладно. Ага. Тогда отдыхай. Не буду мешать. Продолжай. Ну что ж. Один квест мы выполнили. Сейчас давайте, наверное, сходим к этому консельму. О, расцветает, по-моему. Хорошо. Пойдемте поговорим. Консельма. А, нам нужно статую отдать. Если я не ошибаюсь, то в этот магазинчик мне надо отдать. Могу ошибаться. Блин, закрыто. Ладно. Тогда пойдемте к консельму. Консельма — это маг. Он обитает здесь. Но... Можно побыстрее? Окей. Так, он здесь, вот он. Маркер указывает прямо на него. Здорово.
Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Мара услышала твои молитвы. Я уже потерял надежду. Видишь ли, я много думал о Фалин. Ты знаешь Фалин? Нет. Скажем так, она великолепна и уверена в себе. Поразительная женщина. Я так-то не помню, чтоб мы с ней встречались. Проблема в том, что я при ней без понятия, кто это. Измею. Во рту пересыхает, ноги подкашиваются. Я и подумать не могу о том, чтобы к ней подойти. Стесняется мужик, бывает. Что, вам нужна какая-то тема для разговора? В том-то и проблема. Я вижу Фалин в замке, но я понятия не имею, что она любит. Это не так просто. Я могу запросто оскорбить ее, если затрону не ту тему. Я такое уже не раз видел. Понятно. Уже обжигался. Есть один парень, Ингвар. Женщины его очень любят. По счастью, Фалин не в его вкусе, но они давно дружат, и, возможно, он что-то сможет подсказать. Пожалуйста, узнай у него, что ей нравится. Это моя единственная надежда. Хорошо. Дядюшка Калсельмо. Что сейчас такое, поболтаем. Ты не видишь, что я пытаюсь сосредоточиться? Я хотел узнать, ничего ли тебе не нужно? Нет, ничего. Совсем ничего. Так, кстати, может, нам Ярл какой-нибудь квест даст? Ну-ка, давайте-ка сохранимся на всякий. И давайте сходим, поговорим с Ярлом. Оп. Блин, он еще дрыхнет. Сука. Где Ярл? Где его покой? А, вот он. Значит, Консельма влюбился вот в эту. Смотрит. Я так понял, Ярл где-то здесь обитает. Ну, разумеется, здесь все заперто. Ладно. Отбой. Поговорим с Ярлом как-нибудь в следующий раз. Блин. Так, кстати, у нас уже 95-й уровень. Это очень круто. О, красота. Рассвет. Храм Мары. Или что? А, нет. Какой храм Мары? Храм Мары в Рифтоне, по-моему. А здесь храм Дибеллы. Блин, кстати, я совсем забыл. Мне же надо отключить кое-что. Вот так вот. А то это расплывчивость меня немножко напрягает. Так. Давайте-ка зайдем сюда. Надеюсь, я не ошибаюсь. Лизбет. Ага. Боги, Мадонах снова на свободе. Надеюсь, что слухи врут, и ты тут на самом деле ни при чем. Короче, я нашел твою статую. О, вот она. Эта золотая безделушка поможет нам продержаться какое-то время.
Спасибо. Вот тебе кое-что за труды. Спасибо. Так, на рынке. Давай чуть-чуть на продажу. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Что мы можем ей продать? Так, из оружия, что у нас? Стрелы, различные стрелы. Амулет Мары. Так, это мое, кстати, надо надеть. Это я все решил оставить. Это я все выложу к нам в особняк. Возвращайся, если что-то понадобится. Ладно. Продавать нечем. Где? Куда? Куда идти-то? Сюда? Этот чел обитает здесь, в сокровищнице? Угу. Hello? Есть кто? Я просто служанка. Не обращай на меня внимания. Ладно, не буду. Вот он. Кровь и серебро, дружище. Кровь и серебро. Просто повернись и вали из города. Это будет умно. Говорят, ты знаешь вкусы Фален? Что? Она тебе нравится, да? Ну, как тебе сказать? Я лучше промолчу. О, тайный поклонник, да? Mm-hmm. Не волнуйся, я никому не скажу. Что ж до того, что она любит? Только я тебе ничего не говорил. Фален любит строить из себя суровую воительницу. Но представь себе, она питает слабость, никогда не догадаешься, к поэзии. Знаешь, я мальчишкой обучался в коллегии бардов. Когда ухаживаешь за девицами, стихи лишними не бывают. Есть одно стихотворение, я его посвятил одной перезрелой красотке из Рорикстеда. Могу поменять пару строк для Фален, если ты мне заплатишь. И что, нужны тебе мои золотые строки? Так давай, у меня, по-моему, деньги есть. Держи. Отлично. Я запишу, чтобы у тебя из памяти не вылетело. Лучше пусть Фален сама их прочитает. А то ты запутаешься в словах и только все испортишь. Да-да-да. Кстати, сколько у нас денег? Неплохо так-то. Почти 24. Смотри по сторонам. Зачем ты мне надоедаешь, чужак? В смысле? Я ищу работу. Знаешь какую-нибудь работенку? Нет, нету. Иди приставай к Клепу в таверне Серебряная Кровь. Он цацкается с новичками. И во имя Исмира. Если найдешь работу, делай то, что тебе скажут. В Маркарте и так довольно проблем. Мне нужно вернуться к работе. Надоедай кому-нибудь другому. Ладно, ладно. Блин. Ага. Автосохранение, как всегда, зависает. Так, пойдемте обратно к Консельму. Оп. Поговорим с этим челом. Потом я предлагаю, наверное, сходить в наш дом в этом, в Марковте. Там выспимся как следует, поспим. А потом переместимся в Солстейм. Хотя, когда будем перемещаться, мы все равно будем хотеть пить, спать, кушать. Ага.
Вот сейчас, может, и как раз поговорим с Ярлом. Здесь тоже их территория, Ярл. Вот что я имею в виду. Так, давайте-ка сохранимся. А то, если он даст квест в той же локации, где мы уже были, то я не буду ее выполнять. Я дядя Игмунда. Так, он. Еще нам не скажет. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого можно положиться. Ладно, тут ничего такого. Драконы вернулись в Скайрим. Да, мне известно. Если они нападут здесь, у нас будет преимущество. Город построен в скале, так что до него трудно добраться даже с воздуха. И потом тут все сделано из камня. Даже кровати. Драконий огонь не принесет больших разрушений. Понятно, ладно. Прошу извинить. Ну что ж, Фалин. Безопасность Игмунда моя первая забота, как его Хускарла. Я хочу стихи отдать. Прочти их. Прошу прощения. Ну, это подарок от Консилиума. Я не совсем понимаю, в чем дело. Ну, как тебе сказать? Я помолчу. Как трогательно. Простите, Калсельма это написал обо мне? Я и не думала, что он способен на такие чувства. Ну да, он такой. Он в себя влюблен, девочка. Наверное. Я никогда о нем в таком смысле не думала. Жаль, я не так искусна в словах, как он. Вот, доставь ему это письмо. Мне далеко до его красноречия, но я надеюсь, он поймет. Ага, опять доставить письмо. Ладненько. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну и что нам скажет этот Калсельма? Офигеет, наверное, сейчас. Я занят исследованием. Что такое? Короче, держи письмо от Фалин. На такое я не смел и надеяться. Не знаю, как тебя и благодарить. Я должен с ней увидеться. Прости, пожалуйста, но мне пора. Ладно. Что? А, прощай. А что она, интересно, написала? Может, надо было прочитать? О, нифига он рванул. Стартанул. Нифига. Что-то она ему написала такое, наверное. Я тебя знаю. Да расслабься. Ух, как спешит. Это любовь по-любому. Фалин, я... Все хорошо. Ничего больше не говори. Я и не знала, что ты такой чувствительный. Я люблю тебя. Вот и хорошо. Иди ко мне. Офигеть. Как предел справляется с набегами изгоев? Так, вернуться к Дани Баллу. Это в Рифтоне. Ну ладно, happy end. Они нашли друг друга. Хорошо. Квест выполнен. Ну что ж. Ну а теперь, дорогие друзья, мы отправимся в Солстей. Наконец-то. Окей. Блин, погода испортилась. Кстати, она же нам вроде квест давала. О, стальной могу взять. Тихо ты, мать твою, толкающая.
Все, неплохо. Бесплатные слитки. Круто. Блин, я переполнен? Серьезно? Пусть твой клинок будет острым, а добыча свежей. Так, это все фигня. Ладно. Бейся, с ней мы уже общались. Так, Сабрина. Я все еще здесь. Ладно, ладно. Что мне понести? Ты понесешь что-нибудь тяжелое. Косточки, например. Все. Блять. Короче, сейчас я ненадолго сделаю паузу. Все-таки я хочу сходить в наш дом, там переночевать, а затем отправиться. Вот так вот. Окей. Через секунду увидимся. Так, ну что, дорогие друзья. Мы переночевали в этом домике нашем. Как он там называется? Lincoln Home какой-то. Ну и название. Короче, мы отдохнули, покушали. Я выложил все лишнее. И теперь мы отправляемся в Solstheim. Где он? Вот он. Solstheim. Окей. Вот мы на месте. Хо-хоу. Ну, как я и думал, мы, конечно, уставшие. Да. Придется идти в таверну. И опять спать. Так, давайте-ка глянем на карту. Вот он. Solstheim. Нам нужно уничтожить эти камушки. Кстати, да-да-да, тут же одна локация была, которую мы, как я помню, осветили, но в ней мы не были. Вот, наверное, это вот эта локация. Курган Белого Хребта. Я предлагаю, наверное, туда и двинуться. Кстати, деревня Скалов. Обязательно тоже туда сходим. Нам нужно поговорить с Нелотом и убить генерала Фолкса Карриера. Как я помню, он очень сложный, этот генерал. Так, ну-ка давайте-ка. Тут, по-моему, еще работы Шалидара у нас были, вот. Если я не ошибаюсь, то они тоже здесь. Да. Вот, нам нужно сюда еще идти. Найти работы Шалидара. Блин, что, дракон? Не, только не дракон. Блин. Так, идем в таверну, короче. Где она? Сейчас переночуем. Блин. Ага. Пьяный Нитч. Заходи. Мы как раз подложили дров. Присаживайся и согрейся. Здравствуйте. Добро пожаловать в клуб «Пьяный Неч». Лучшие суджамы тебе нигде не найти. А как идут сейчас дела? А как ты думаешь? Это просто благословение. У меня опять есть постоянные клиенты.
В конце дня набиваются усталые рабочие, а денег больше, чем я могу сосчитать. Сабрина, ты бы не могла отодвинуться. Что ж ты стала так херово? Так. Давайте спросим вот это. Лучшая суджамма, что тебе доводилось пить, дружище. Мой собственный рецепт называется суджамма садри. Кстати, я как раз только что добавил пару новых ингредиентов. Думаю, теперь будет еще вкуснее. Мне всего-то надо всем сообщить, что новый вариант готов, и народ ко мне потянется. Ага, и это должен сделать я, да? Ладно, я сообщу всем. Честно говоря, я надеялся, что ты это скажешь. Вот, возьми образцы суджаммы и расскажи всем. Когда все раздашь, заходи. Я тебе еще дам. Хорошо. Ну вот, мини-квест. Шахта открыта, народ. Короче. Она твоя на день. Да, давай комнату. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Показывай, показывай. Че, я должен сам искать, что ли? Показывай, показывай. Так, видимо, здесь, да. Ну что ж, сейчас мы отправимся в этот курган. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Что-нибудь схаваем. Помидорку, похлебку из харкера, сладкий рулет. Так, и попить, конечно же. Все. Теперь можно идти путешествовать. Надеюсь, дракон улетел. О. Кстати, можно сходить по магазинам. Так, чё? А, знаю, это алхимичка. Тебя, но теперь ищешь зелье? Да блять! Алхимический товар? Нихуя он не улетел. У меня много всяких зелий. Наверное, мне показалось. Так, я могу сейчас телепортироваться? Прямо сюда. Нет, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ну давай, дракон, где ты там? Так, что у нас по крикам? Бесплотность. Окей. Походу надо брать стрелы. Где он? Куда? О, осторожней, что ли? Куда ты прячешься, мать твою? Я развею твой. Держи. Легендарный дракон. Один из самых сложных. Ты заколебал там прятаться? Сука, держи. Ты, сука. Блин.
Давайте глотнем зелье. Угу. Повышение кузни... Ой, какой кузнечный. Стрельбы повышение. Куда? А ну-ка лови. Я развею твой пепел по ветру. Далеко не улетай. Стоять. О, птичка. Попаду, не попаду? Попал. Круто. Вау. Нифига себе. Ха. А, если честно, дорогие друзья, я первый раз вижу такой ингредиент. Офигеть. А, ну потому что обычно я по птичкам не стрелял. Эй, козел. О, все. Упал. Пойдемте добивать. Так. Нам нужно наверх подняться. Ага. А вот и я, ублюдок. Ах, красавчик. Голову свою подставил. Молодец. О. Стрельба прокачана. Отойди, стражник. А, черт, в меня попал. Еще пару выстрелов и все. Хедшот. Вот и все. Отдыхай, сволочь. Легендарный дракон. О, нифига себе. А вот это вещь. Дейдрический топор. Очень крутая вещь. Беру. Но, скорее всего, я ее продам. Топор это, то есть. А у тебя какое оружие? Я тебя прикрою. Ладно, что мне принести? Двуручка у ней. Показывай дорогу. Ладно. Что-то мы тут отвлеклись на этого дракона. Я хотел вот в этот курганчик. Так. Если я не ошибаюсь, то в этой локации у нас должна находиться черная книга. Именно поэтому я и тогда ее и осветил, эту локацию. Я хотел взять здесь черную книгу. Если, конечно, не ошибаюсь. Сейчас проверим, были мы здесь или нет. О.
Что-то я этого не помню. О, собрать кровь. Взяли. Темный эльф. О, вот и лежанка. Круто. Весьма кстати. За безупречный сапфир спасибо, конечно. Полено. А давайте возьмем. Колун. Тоже возьмем. Потом отдадим какому-нибудь напарнику. Ну, я предлагаю немножко обана. Здесь где-то враги. Так, мясо возьму. Искры. Отмычки. Так, а этого-то мы обыскали? Нет. Так, зелье лечения и камушек. Маленький. Снадобье воинам. Ладно. Возьму. Нет. Все-таки в этой локации нас не было. Хорошо. Значит, я не ошибся. Здесь сейчас будут паучки, походу. Всякие там взрывающиеся. Еще там всякие, его знает. Так, погоди, погоди. Идем дальше. Не знаю, нам пригодится, не пригодится эта хрень. Ладно, буду брать. Ага, вижу, 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 патруль идет. А? Как тебе? Ладно. Одного грохнули. О, обожаю такие руины. О, камушек. Отмычки возьмем. Хотя у нас их до хера и больше. Можно вообще не брать. Так, интересно. Тупик, что ли? Оу! Сука. Сдохни. Ух, молодец. Фух. Не люблю пауков. Мерзость. Так. Это у них что? Яйца? Так. Грибок возьмем. Угу. Ха. Брюшко. Ладно, возьму. Так, идем дальше. Пока ничего сложного нету. Легкотня. О. Какой-то чел не успел добежать до выхода. Паучки поймали, наверное. Бедняга. Ага, спешить здесь не надо. Будем действовать по стелсу. Кстати, у нас скоро
Стрельба, наверное, до сотки сколько скоро дойдет. До соточки. О, нифига себе, паук. Сколько у нас стрельба-то была? Что-то я... 97. Так, сейчас он, наверное, вернется. Подождем немножко. Вот он. Так, мы его походу убили, да? О, хедшот. Красота. Паучья локация. Зелье лечения. О, походу мы это не читали. Возьмем. Масло возьмем. А что если сейчас прочитаем? Нет. А я надеялся, что поднимется уровень. Да хера тут чтиво. Кому интересно, читайте на паузе. Ладно, выбрасываем. Я собираю книжки только те, которые меня прокачивают. Хорошо. Ну давай, где ты там? Да ёп. Да что ж ты будешь делать? Надо чуть ниже брать. Ладно. Идем дальше. О, камушек обронил. Эй, говнюк. Сдохни. Фу. Мерзость. Оу. Ёб твою мать, они сейчас взорвутся, что ли? Тут, наверное, сейчас вылупится. Какая пакость. Ага. Сволочь. Сабрина, бойся. Все. Какая херня. Так, а мы здесь можем добыть рубин. Давайте добудем. Ага, рубин. Простой рубин. Лучше бы безупречный был. Да. Это жидко, я бы сказал. Так, еще один суицидник. И вон там еще один. Yeah.
сейчас сорвется. О, жжет. Так. Интересная локация. Какая-то книжка. Еще книжка. Не знаю. Ну, что-то про пауков, и не знаю. Ладно, пролистаю. Может, кому-то интересно. Хм. Интересно. Так, что-то немножко подвисание какое-то пошло. Оп. Welcome. Так, льняную ткань давайте возьмем. Ага. О. Чё за хрень? Кто такой вообще? А? Ты кто такой? Фиги. Головорез. Какой-то он странный был. Светился весь. Наверное, был чем-то заражен. Так, давайте-ка здесь немножко осмотримся. Вот. Септимы. Угу. Ладно, идемте дальше. Там что, тупик? Ха. Странно. Тупик. Ладно. Спускаемся. Очередной суицидник. Ауч. Кто такой вообще? Офигеть, светится все. Стой на месте, тварь. Так, короче, надо что-нибудь схавать и попить. И глотнуть еще зелье повышения стрельбы. Там заколебал. О! Разуч... Блять, Сабрина! Всё, дух. Отдыхай. Офигеть. А, железный нахер я взял. Чё за... О. Хм, шлем древний норский. 5 единиц урона холодом. Ну, это фигня. А вот шлем, пожалуй, я возьму. Пускай будет. Все-таки древний норский.
редко попадает. Что ж ты будешь делать? Давай, взрывайся. Взрывайся, сволочь. А, блядь, он сейчас меня грохнет. Я думал, он просто взорвется. А нихера. Жрет меня собака. Хай. Сука. Больно. Щипается. Так. Драугр. Так, надо все осмотреть. Не хочу ничего пропустить. Так, а здесь что у нас? Опять череп. Ага. Сволочь. А ты заколебал. Короче, я беру двуручку. Эй, ты! Заколебал. Так, кто там еще? Ага. Паучки, паучки. А вот и главный, да? Давай. Сабрина, отвали. О, давай, давай. Ну, блин, Сабрина. Я хотел блокировку прокачать. Ладно, камушек, костная мука. Вот это молот я, пожалуй, возьму. Эбонитовый. Интересно. О, светящийся грибок. Пригодится для зелий и зачарования. По-моему. А, нет, не для зелий кузнечного дела, по-моему. Крепкое. Так, там дальше есть проход или... Или все? Это тупик. А? Чувак. Давай я у тебя вот так вот положу. О, отдыхай. Хорошо прилег. Сюда бы еще книжку ему положить и все. И пускай бы читал книжку. Вот это было бы забавно. Так, ладно. Здесь, значит, тупик. Окей, Сабрина, не мешайся. Так.
Так, продолжаем. Значит, пойдемте в ту сторону. Так, погоди. Откуда я пришел? Сюда? Блин. А, здесь я не был, значит. Ну, ладно, разобрались. Отвали нахер. А, суицидник, сдохни, сволочь. Обжигает собака. Так, что тут у нас? А здесь у нас завалы, тупик. Идем сюда, значит. Так, давайте-ка. По стелсу, по стелсу. Кубок. Ну вот эту хрень, по идее, можно взять. Потом в наш особнячок поставлю. Напоминание о наших приключениях. О, опять рубин. О, чёрт, меня кто-то услышал. А, блядь, соусидник. На, сука. Так, давайте добудем. Угу. А можно получить безупречный? О, чё я нашёл? Залежи сердечного камушка. Он нам пригодится. Интересно, идем дальше. Ага. Оп. Так, по идее, мы здесь должны найти черную книгу, если я не ошибаюсь. Ну, так. Льняная ткань. Угу, еще одна ваза. Нет. Пока хватит одной. Это что, выход, что ли? Это вся локация? Да не, не может быть. Так, камушек, спасибо. Ага. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не, давайте-ка сохранимся на всякий пожарный. О, окей. А теперь двигаемся вот сюда. Блять, а куда я провалился? Твою мать. Как так? Сука.
А что, подняться-то я могу или нет? Короче. Надо перезагрузить, короче. Что-то я как-то... Неудачно как-то я провалился. Так, я хотел, он подкрасован к тому челу. Блять. Все, началось. Так, я не помню, что это за дыра. Вау, нифига себе. Вау. А вот это уже пошла какая-то жесть. Я предлагаю выпить вот это снадобье здоровья, чтобы его увеличить. Так, повышение двуручного оружия. Ну и, конечно, давайте восстановим здоровье. Погнали. Нифига себе. Двуручка. 50-й. Вау. Круто. Наилучшее. Что же тут происходит? Офигеть! Еще бы чуть-чуть и все. Мне бы крышка была. Офигеть, как жестко-то. Так, вы заколебали. Валить от меня. Так, что у тебя? Стрела. Септимы. Офигеть, они бесконечно прыгают. А, это он пускает их. Ты, козлина. Слабся. Заколебал нахуй. Кидается и кидается этими. Так, какой-то дневничок. Ключ я брать не буду. О, нифига себе. А, можем тоже покидаться паучками. Но я, пожалуй, этим... Этой ерундой я заниматься, пожалуй, не буду. Так, Сабрина, чё, кто там еще? Еще один. Самый главный, может? Так, а есть что у нас? Нихрена. Нихрена. Так, чувак. На тебе, по заднице. Все. Так, там еще кто-то. Блин. Кто там еще? А, соусыдник. Сука, надо подлечиться. Целительные чары? Ты что, искал? Восстановление, 91 уровень. Че, кто там? Еще кто-то? Ну нет, вроде. Так, а я смогу потом подняться? Вот мне вот это интересно. Если я туда спрыгну. По-любому там должен быть какой-то выход. Так, погоди. Еще один суицидник. Получи. Блять. О. Нормально. Так, это что, продолжение локации еще? Ой, Сабрина, ну ты молодец вообще. Так, это что, выход в Скайрим или как?
Нет, это просто железная дверь. Ага, походу я понял, что это. Сейчас мы найдем, наверное, черную книгу. Я прав? Нет, мы нашли крик. Крик — это хорошо. Я за. Ну ладно, давайте возьмем этот крик. Оу, понеслась. Так, давайте глотнем повышение двуручного оружия и погнали. Прокачиваем двуручку. Куда? Нифига он вызвал этого искателя долбаного. Кстати, я тоже могу. Но я не хочу. Блять. Это было очень обидно. Вообще обидно было. Суки. Козлы. Блин, все по новой проходить, сука. Ну я же победил его. Но все-таки я замерз. Блин. Это все из-за этого морозного плаща, долбаный. Так, глотаем повышение двуручного и погнали. Кстати, можно еще крик взять. Воплощение дракона. Поехали. Один готов. Так, пойдемте к следующему. Надо этого грохнуть, который паучками кидается. Козлина. А, сволочь. Стоять, собака. О, черт подери, зависло. Так, дорогие друзья, продолжаем. К сожалению, игра вылетела. Ну что ж, попытка номер 3. Блять, услышали. Я думал, они хотя бы сейчас не услышат. Нихера. Все равно услышали. Так, давайте глотнем сразу вот это зелье. Так, повышение двуручки. Все, погнали. На, сука. Залетали паучки, залетали. Отвали нахер. Сука. Ага. Тебе не взять всех. Давайте, давайте, кромсайте тут куку. Так, дневничок. И паучки долбаные. Так. Ладно. Так, это лучник. Давай, давай, давай. На тебе, ублюдок. Вот и все, сука. Главное убить вот этого, который паучки кидает. А остальные это так. Давай, давай, работай. Молодец.
дракоша. Чё? Не смог убить даже? Ну мать твою. Так. Всё, надеюсь. Так, давайте по-бырому пройдемся еще разочек. Что мы здесь можем найти? По идее, нам нужно спуститься вниз. Но я не знаю, сможем ли мы потом оттуда выбраться. Скорее всего, сможем. Тауцидник. Окей. Так, что там, еще один суицидник? Эй, ты, паучок. Сдохни. Кстати, у меня есть одна идея. Давайте пока Сабрину оставим здесь, чтобы она нам не мешала. Я прямо за тобой. Стой здесь. Хорошо, буду здесь. Стой пока здесь. Сейчас я хочу немножко прокачать блокировку. Ну что ж, Драугр, встречай. Или чё? Блядь. Короче, я тут всё напутал. Я думал, мы сейчас Драугр будем. Опять. Нет, Драугр мы уже убили. Ну тогда пойдем. Мы выступаем? Пошли. Идем. Пошли, 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 пошли. Так, отсюда мы пришли, да? Эй! А куда это он? Куда рванул-то, кретин? Я здесь. Идиот. А, это же спуск к этим. К рубинам. Да? Я прав? Кто там еще? Откуда он взялся вообще? Так, сейчас мы должны, я так понял, оказаться у рубинчиков. О, сундучок. Вау, безупречный. Защитника нет. Ну-ка. Вот они. Вот теперь давайте добудем. Оп. Так, больше ничего такого интересного я здесь не вижу. Только рубины и все. Все мужики одинаковые, что в Скайриме, что в Хаммерфелле. В голове одна война да политика, а к женщинам относятся. Ты сейчас совсем не то болтаешь, девочка. Рубин, рубин, рубин. Я хочу безупречный рубин. Да. Все. Мы зачистили. Ну что ж, Сабрина. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, ладно. Уходим, как пришли, так и уходим. А пришли мы вот отсюда.
Так. Кстати, сейчас я кое-чем воспользуюсь, чтобы победить этого жреца, как его там? Жреца, драконьего жреца, по-моему. Так он называется? Или я что-то путаю? Так, куда нам идти? Нам нужно вот сюда. Так, для начала надо покушать, попить. Окей. Я воспользуюсь, значит, чем? Моей способностью. Врожденной способностью. А именно, это сопротивление, вот это, сопротивление магии на 50%. Да, драконья кожа. У меня врожденная, врожденный талант, так сказать. А вот протереть глаза, я без понятия, что это. Если кто-то знает, напишите в комментариях, для чего это. Потому что я без понятия. Хотелось бы узнать. Так, берем двуручку. Ну что ж. Я предлагаю сохраниться. Так, взяли драконью кожу, выпили зелье двуручного оружия и погнали. Ну чё, сука. Молись. Лучше молись, сука. Вот так вот надо было сразу воспользовался этим талантом. Видали, как я его? Вот так-то. Целительные чары? Ты что, из храма? Нет. Я не из храма. Так, я предлагаю немножко прокачать иллюзию. О, еще одна маска. Круто. Дукан. Сопротивление холоду на 50 и урон на 50, то есть кин на 25, повышение урона на 25. Понятно. Морозная такая. А вот и книжка, вот она. Я же говорил, мы в этой локации должны найти книжку. Вот она. А здесь у нас безупречный. 5 септимы колдуна. Ну так-то неплохое, но этими зельями я вообще не пользуюсь. Но это на продажу. И что мы здесь за крик получим, интересно? Циклон. Так, надеюсь, мы ничего не забыли. Поехали. Болезненный регент. О, да. Давненько мы не бывали в черных книгах. Черт. К сожалению, я тут без напарника.
Так, давайте возьмем сразу крик какой-нибудь. Воплощение дракона? Нет. Огненное дыхание давайте возьмем. Так, здесь сейчас должна, как обычно, выползти щупальца, да? Нет? О, вот она. О, фига себе. О, светлячки. Фига себе. Интересно. Летающие фонарики. Эй, фонарик. Так, здесь что, тупик? О. Что-то есть еще какая-то книжка, опять месяц зерна там какого-то, третий том. Мы только что читали седьмой, сейчас третий. Зелье с этим черный камушек, да. Берсерка, возьмем. А вот эбонитовый топор, пожалуй, не будем брать. Ну и ладно, немножко прокачали иллюзию, хорош. Что это? Фу, какая мерзость. Фу, блядь, какая параша, а? Так, нам туда. Ладно, там я надеюсь ничего не пропустил. Фига себе, глаз какой-то подглядывает. Фу. Так, давайте-ка пригнемся. Так, ну сейчас, наверное, выскочит лукер. Я прав? Лучше уж пускай лукер, чем искатель. С искателем, по-моему, больше проблем будет. Как интересно освещает. Хм. Так, тут надо все осматривать. Тут можно легко пропустить какой-нибудь сундучок. О, блять, искатель долбанный, собака. На тебе, урод. Вот так вот, сука. О, каталасия, неплохо. Блин, война первого совета. Блин. Нет, я, пожалуй, не буду брать. Так, еще один. Ты урод. Урод, долбанный. Сука, сдохни. Ух. Да, тут книжек очень много. Призванную секюру я возьму, а вот эти книжки я, пожалуй, не буду пока брать. Ну, не хочу. Ой, не то. Ага.
Так, вызов от Ранаха. Хм. Уже пятый том. О, а вот это уже повысилось. Круто. Тогда эту книжку я забираю. Оп. Так, тут еще какой-то сундучок имеется. Ну-ка, могу я взять? А, опять книжки. Сколько тут книжек, а? Кузница от ранахтов. Рецепт. Это тоже хорошие вещи надо брать. Так, том заклинаний беру. Черный камень душ. Заполненный. Вау. Книжки я брать не буду. Так, погоди, мы же тут еще одну брали книгу-то. Вот. Нет, он не прокачивает. Значит, мы ее выбрасываем. Я вот не помню, без понятия, где эти томы прокачивают. Тут столько томов у этой. Но почему-то не все прокачивают. Так, мы пришли отсюда. Так, давайте-ка сейчас от Ранаха я вызову. Куда идти-то? О-о-о. Камушки. Черный камень душ. Том заклинанное. Вызов искателя. Возьмем. Для нашей коллекции. Так, наверное, нам сейчас сюда. Еще выше. Поднимаемся наверх. О, да. Давай, прикрывай. О, какие люди. Так, а что если я возьму стрелы? И надо глотнуть, прежде чем стрелять. Сейчас он охренеет от боли. Надеюсь, тебе больно, дружок. Блин, он сейчас упадет, я его не смогу залутать. Погоди, не падай, друг. Я хочу тебя залутать. А, блядь, промазал. Тихо, только сильно-то не бей. Все, отдыхай. Отдыхай. Так, ладно. Обычно у этих лукеров хороший лут. Так, несравненные иллюзии. Жерелья и септимы. Неплохой лут. Неплохой. Великий камушек. Быстрое лечение. Блин. Только не это. Как так-то? Серьезно, я переполнен? Блин. Надо было отдать. Сабрине. Кто-нибудь. Так. А мы можем кое-что... Что-нибудь выбросить сможем? Вот, например, эти стрелы я с удовольствием их выброшу. А, мне бы что-нибудь тяжелое найти. Хотя вряд ли. Хм. Еще какая-то книжка. А, это та. Это та Woman из фермы.
дала нам. Ну ладно. Пускай будет. Ха. Блин. Как же херово-то быть переполненным. Очень херово. Так, сейчас поднимется. Да. Надеюсь, обратно он не опустится. А то будет больно. Что-то мы поднимаемся все выше и выше. Но мы уже у цели, я бы сказал. О, кого я вижу? Еще один лукер. Сдохни, тварь. А, больно же. Сука, он сейчас меня прикончит. Я не хочу умирать. Пощади меня, друг. Все? Убил? Убил. Эй, куда поехал? Я тебя не отпускал. Ох. Так, давай, показывай, что у тебя есть. А, кольцо кузнеца? Интересно. Может пригодиться. Кольцо кузнеца. Так, я могу идти? А, наверное, из-за зелья. Точно, точно, я же зелье принял. О, облегчился. Хорошо. Так, мы сейчас можем встретить еще одного. Надо быть поаккуратней. Ух. Во. Welcome. И куда это мы сейчас? Все? Мы у цели? Мы дошли? Да. Дошли. Ага. Круто. Так, камушек. Берем. Книжки я не хочу брать. Тут столько книжек, офигеть можно. Нафиг. Я не люблю читать, так что... Я не буду брать. Вот так вот. Мой персонаж читать не умеет, так что... Ладно, возьмем, пускай будет. Вызов от Ранаха. Ну и что мы здесь имеем? О, черная книга. О, красота. Так, искатель силы, искатель волшебства, искатель теней. Ну, допустим, искатель тени. Так, навыки скрытности на 10% более эффективны.
Серьезно? А, нет, нет, это не мое. А, ваше старое заклинание расходует на 10% меньше магии. А. Круто. И силы. Искатель силы. Более навыки, надеюсь, более эффективные. Боевые навыки. Вот мне больше нравятся боевые навыки. Хм. Хотя. Можно и волшебство взять. Ладно. Давайте возьмем пока волшебство. Мы же, по идее, сможем в любое время сюда переместиться и поменять. Болезненный реген. Мы прошли эту книжечку. Все. Возвращаемся. Толстеем. Так, Сабрина, ты здесь? Вот она. Ждет меня. Я все еще здесь. Хорошо. Ладно, что мне понести? А, что-нибудь тяжеленькое понеси. Вот косточки возьми. Чешуйку, слиток. Сейчас мы тебя загрузим, девочка. Вот. Сердечные камушки. А, факел я, пожалуй, оставлю. Держи вот эту вазу. Льняную ткань. Блять, вот эти головы долбанные. Я от них не могу избавиться, сука. Блин, немножко они меня раздражают, если честно. Ну ладно. Вроде здесь все выложили. А, вот, полено еще держи. И вот эту хрень. Все. Веди. Пошли. А, здесь мы, надеюсь, ничего не забыли. И уходим. Выходим из этой локации. Ну что, дорогие друзья. Я предлагаю эту серию заканчивать. Говорят, маги в Винтерхолде. О. Пытаются выяснить, сколько драконов. А интересно. Я могу здесь упасть? Наверное, нет. Так, погоди, погоди, уходим, уходим. Кстати. Новый уровень. Берем здоровье, наверное. И я хочу двуручку повысить. Так, двуручное оружие. Вот это. Ага. Силовая атака с двуручным оружием в спринте наносит 50% больше урона. Круто. Крутая вещь. Так, здесь мы уже все обыскивали. А, так, а здесь мы были? Оба-на! А здесь нас даже и не было. Нифига себе. Хо-хо. Как мы так могли пропустить? Интересно. Эй, суицидники. Беги. Офигеть. Сейчас еще немножко рубина накопаем. Вино. Я не пью, спасибо.
Так, слитки. Отмычки. Мне не надо. Ну, давайте по одному. Так, суицидники долбаные. А ну-ка, подъем нахер. Угу. Так, кто там еще? А, как наверх? А, вот. Факел заберем. Воу, нифига себе. Ха, охренеть. Да, это я забираю. Угу, кошелек, камушки. Ага. Так, ладно, я вот эту книжку я пролистаю. Хм. Короткая. А это что? А это уже не такая короткая. О! Эликсир добавочной магии. Кстати, можем здесь поспать. Весьма кстати, но сомневаюсь, что у нас сейчас получится. Сердце Дейдера, вот это круто. Прочесть. Ну давайте пролистаю, фиг с ним. Долгая книженция. Я бы эту книжку бы не осилил. Так, напиток здоровья. Отлично. Ключик какой-то. Нет. Я не любитель таких ключей. Нахер. Так. Здесь танец в огне. Так, безумцы предел. Это уже я встречал эту книжку уже с... до хера раз уже. Так, давайте стремнем, если получится. Нет. Вначале надо кого-то грохнуть. Наверное, там какой-то паучок засел. Уходи. Как его достать, этого паучка сраного? И добыть я не смогу, да? Конечно. О-о-о. Какой-то стражник? Так, норский лук. Давайте возьмем. Может, продадим? Так, здесь, надеюсь... Мы поднимемся наверх. Сколько факелов мы тут набрали. А, сколько паутины. Нифига. Я-то думал, мы прошли локацию. А нас там ждут, сука. Эй, козлы. Твою мать. Сундучок. Ага. Так, я предлагаю, прежде чем открыть дверь, надо вот так вот лучше.
Понеслась. Ууу. Красавчик. Прямо на меня попёк. Вот урод. Ауч. Ууу. Фига себе. Такие чувачки интересные. Ой, я не то нажимаю. Ой, мать. Так, ну-ка, расслабься. О, душа. Отлично. Так, где они? А ну-ка, расслабься. А, щекотно. И твою душу я тоже заберу. Чё там? Застрял, что ли? Хаджитик. Бедняга. Застрял, наверное. Отлично. Офигеть, какая тут еще компашка тусовалась, оказывается. Блин, опять железные стрелы взял. Нахер они мне нужны? Оставь себе. Сколько мы этого дерьма уже набрали, а? Уходи. О, собрать кровь орка. Ага. Отлично. Так, септимы берем. А, колонн не надо. А вот септимы возьму. Так, этого мы обыскали? Искали. Куда нам идти-то? Я не понял. Нам нужно, по идее, как-то наверх забраться. Я лестницы никакой не видел. Здесь тупик. Эй, как мне попасть наверх? Ты говнюк. Где тут лифт? Вот он. А, черт. Эй, ты. Ты заколебал там. Дохни, тварь. Фу, наконец-то. Все. Надеюсь, теперь-то мы закончили. Так, давайте-ка добудем. О, сколько зелий лечения. Полоски кожи. Яблочки возьмем. О, мыло. Эксперт. Не хватит избавиться от... Да. Я так понял, при помощи этого механизма мы сможем изготовлять этих паучков. Ага, вот заметки. Рецепт, наверное, изготовления. Да-да-да-да. Тут все расписано. Хорошо. Но этой ерундой я вряд ли буду заниматься, конечно. Если только вне серии, конечно. Может, попробую. Да.
Ладно. Я хочу добыть рубин. Блять, еще один суицидник. Больно. Так, а здесь что у нас? Может, какая-нибудь секретка? Нет, нет. Давайте добудем. Отлично. Факел. Так, где еще? Тут, по-моему, еще было. Или нет? А может, нет. Так, давайте стремнем. Окей. Выспались. Так, попили. Сейчас что-нибудь схаваем. Курочку. Морковочку. А, протесть. А, как убивать, прежде чем убьют вас. Интересное название. Так, кстати, мы же еще какой-то дневник брали. А, вот. Ладно. Кому интересно, прочитайте на паузе. Как всегда. Так, теперь нам нужно выбраться как-то отсюда. А выход где? Ну, показывает, типа, обратно, что ли? Хочешь уйти, выходи, как пришел, да? Ну, ладно. Интересные были, конечно, руины. Паучьи. Я бы сказал. Так, давайте по-бырому пробежимся. Ой. По-бырому. Куда? Оп. Оп. Там наверняка был какой-то, наверное, выход. Короткий. Но. Выйдем, как пришли, короче. Так, сейчас сюда. Факел я возьму. Здесь он уже не понадобится. Все. Мы, считай, уже у выхода. Да. Все. Свобода. О, вот эти доспехи я бы взял. Стал гримовский.
Да. Пока, к сожалению, я их изготавливать вроде бы не могу. Хотя у меня кузнечка уже на сотке. Может, и могу. Ха. Ну ладно, дорогие друзья. О, какая красота. Нифига себе. Какая красота. На этой ноте я предлагаю закончить наше приключение. Продолжим в следующей серии. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.